Это небольшой ролик-обзор о том, как я в горах снимал селфи-видео. Мне было интересно это сделать на закате. Я поставил две камеры. Ручку Osmos камеры X3 и обычную видеокамеру Sony 330E. Посередине стоит микрофон. Все это я нагрузил на один штатив модели Sleek. И поскольку ветер очень сильный, штатив был пригружен грузом. Для этой цели я повесил кулечек, туда набрал камней с гор. Камера Sony снимала мне крупный план. Ручка Osmo снимала средние планы. Пытался писать микрофоном, но в целом в этом видео звук я записал непосредственно на телефон iPhone с микрофоном петличкой. Попытался снять ветрозащиту с микрофона Rode VideoMicro. Ничего не получилось, ветер задувает. Разобрать слов было невозможно. Но комплект я получился красивый. Вид с него тоже получился очень приятный. Я решил себе этот ролик оставить на память о том, что же я делал в горах Тахабалпа.